Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию мастер-классов с Павлом Жулиным. Иван Васильев, Павел Жулин, практически в прямом эфире. Сегодня мы поговорим с вами про горло, про его состояние, про упражнения, которые помогут вам держать горло открытым, и немножечко коснемся языка, техники языка. Да. Ну, по поводу горла, часто задают вопросы, что сделать, что решить. Я думаю, что сегодня мы попробуем дать какие-то упражнения по поводу горла, с чего начать, как действовать и зачем следить. Мы уже в предыдущем уроке так слегка касались вот состояния зевка или состояния шепота, когда вот... Да, состояние согрева, скажем так, согрева ладони, окна, любого какого-то предмета, то есть открытый, хороший, теплый выдох, то есть ощущение теплого воздуха. Да, это очень важно. Вы сразу почувствуете в трубу, когда вы будете делать это в трубу, вы сразу почувствуете мягкость вот этого шипа. И что потом когда-то это будет вашим индивидуальным звуком, то, что будет отличать вас от других исполнителей, именно ваш индивидуальный звук. Вот это все вот в этом шипе, в состоянии горла, потому что в любом случае физиология у каждого человека индивидуальна. И вот это открытое состояние горла, оно будет у всех звучать по-разному. Да, но в любом случае... Открытое горло должно быть у любого исполнителя духовых инструментов, тромбон, труба, валторная, неважно какой, любимый горн, труба. Это все-таки красота звучания. Еще раз вернусь к тому, что звук – это одно из самых важных элементов, за что мы любим и трубу, и все медные духовые инструменты, то есть тембр. Тембр формируется изначально от открытого горла. То есть если есть какие-то препятствия психологического характера или еще какие-то, то, соответственно, это ущемление и ущемление своих возможностей. Мы с вами вообще будем говорить больше о том, чтобы раскрытие своих возможностей. Мы не будем навязывать как бы свои правила и свою методику обучения. Мы будем говорить о том, что вы можете открыть более свои, развить, вернее, свои возможности намного лучше с помощью наших рекомендаций. И вот, друзья, одно из упражнений, которое поможет правильно формировать горло при выдохе и при вдохе. Надо учитывать, что вдох и выдох должен быть с одним положением горла. То есть не должно быть на выдохе и на вдохе меняться тот шип, который вы делаете, не должен меняться на вдохе и на выдохе. То есть должно быть одинаковое звучание, одно положение горла. И дело в том, что у этого шипа горла есть тон. Если взять ноту до, например. Я не знаю, слышно это или не слышно, но сам шип меняет тон. Это происходит, на самом деле, немного неосознанно, потому что специально я для этого ничего не делаю. Это само собой происходит, если вы слышите ноту, горло само подстраивается под то, что вы делаете. И очень хорошее упражнение просто играть себе на рояле, на синтезаторе, на пианино, на чем угодно, какие-то гаммообразные движения и делать это вместе с горлом. Вдох и выдох на одном положении горла, не меняя звук выдоха и вдоха, то есть чтобы шип был с одинаковым звуком. И это упражнение можно делать, собственно говоря, на практически всю тесситуру пианино, которая у вас есть, и насколько хватит у вас терпения. И очень важно в начале этого упражнения, когда вы только начнете его делать,
следите за своим состоянием, потому что, может быть, возможно, от переизбытка кислорода, там голова может закружиться, еще что-то. Лучше поначалу делать это сидя, пока вы не привыкнете. Вот такое вот упражнение есть. Ваня, еще такой вопрос хотел у тебя узнать. Вот это упражнение, которое ты показываешь, насколько часто его надо делать и по времени? По времени, насколько вам хватит терпения, но минут 5-10 по утрам, именно по утрам, оно очень хорошо по утрам его делать, потому что вот этот переизбыток кислорода, который поступает в организм, в мозг, в мышцы, это очень хорошая штука для просто пробуждения, чтобы проснуться. И, соответственно, она настраивает всю дыхательную систему для дальнейшей практики на трубе. Да, хорошее очень упражнение, я бы тоже его рекомендовал. Плюс его в том, что это такое, скажем, назовем его упражнение пробуждения, утреннее, скажем так. И в какой-то степени циркуляция, может быть, головы, мозга, может быть, да, насыщение кислородом. Полезное очень упражнение. Что бы я мог бы посоветовать? Касаемо горла, наверное, бы, может быть, показал какие-то упражнения, связанные с трубой. Вот, потому что люди часто приходят, и есть проблема такая, что люди из-за атаки не могут раскрыть горло, то есть, начиная играть с атаки, они уже психологически закрывают его. Я, наверное, мог бы показать упражнение, одно из упражнений, которое, в общем-то, очень довольно популярное. Это просто продувание инструмента. То есть, вы, допустим, нота соль. Смысл какой? Называется упражнение «воздух-звук». Не знаю, Вань, ты знаешь это упражнение? Да, конечно. То есть, когда проблема у человека с атакой с горлом, я рекомендую ему начать с такого упражнения, это «воздух-звук». То есть, задача какая? Сначала мы продуваем инструмент, потом происходит смыкание губ. Без атаки, без всего. Потом размыкание. Смыкание, размыкание. В этом упражнении мы стараемся вот этот вот как раз ложный файл человека психологический убрать это препятствие зажатия горла. То есть добиваемся открытого горла. Изначально, когда люди берут, иногда... И начинает уже, не издав звука, закрываться. Чтобы этого избежать, я советую поиграть, допустим, хотя бы на одной ноте воздух-звук. Так вы идете, допустим, следующая нота ля, там, си, до и так далее. Можно это сыграть также в гамме. Очень интересное упражнение. И оно очень, в общем-то, помогает. Касаемо зажатого горла. В дальнейшем можно взять Герберта Кларка. Достаточно 5-6 секвенций. Воздух-звук. В дальнейшем можно делать так. Первая нота у вас продув, вторая у вас там смыкание. Первый продув, смыкание. Продув, смыкание. Вот, никакой атаки вы не подключаете. То есть воздух, звук, воздух, звук. Так, тем самым вы добиваетесь взаимодействия горла и выдоха. То есть выдох и горло одно единое. Горло это, грубо говоря, канал, трубка, смыкание, звук. При исполнении, я вот еще хотел дополнить, Пашу, при исполнении этого упражнения нужно еще последить за положением языка. Для начала, то есть пока вы не очень разобрались с тем, как работать языком и что он должен делать, то есть его можно опустить вниз, его можно поднять наверх. Главное, ничего, никаких движений им не делать. То есть он должен находиться в одном положении, пока вы не привыкнете держать горло в раскрытом положении. Ну, да. Можно, допустим, использовать ту же артикуляцию касаемо, да, вот слог «у» и верхний-слеверхний регистр, банально просто слог «и». То есть язык никуда не упирается, кончик языка, я имею в виду, никуда не упирается. Язык может делать отражение купола, это я имею в виду верхнего неба, если это касаемо нижнего регистра и среднего. Допускается касание боковых частей языка зубов, как бы создавая канал определенный. Но еще раз повторюсь, потому что в предыдущих комментариях
были вопросы по поводу того, что многие трубачи играют как перманентные, что ли, я не помню, как называется атака, я могу ошибаться, когда люди втыкают, грубо говоря, в нижнюю челюсть, в верхнем регистре, как Билл Чейз играл, и многие другие трубачи именно таким способом. Кстати, Билл Чейз и горло закрывалось по этому поводу, кстати, возможно. Я не буду говорить, конечно, утверждать, но тем не менее. Язык не упирается в нижние зубы при игре. Мощно. Такой эффект лопаты, так называемый. Язык, может быть, смотреть позиция языка, вот такая в верхнем регистре, насколько, ну, кто знает, да? Он может смотреть, упираться, вдавливаться, он не может. Он закроет вам канал, он создаст вот такой бугор, через который нереально будет проходить никакому воздуху вообще. Соответственно, здесь все и закроется. То есть, да. Прошу не путать, язык может смотреть, но не упираться. Да, еще я, может быть, Ваня, если позволишь, мне я кое-что дополню. Было, один трубач мне позвонил на днях, который действительно очень много школ прочитал, и Костелло, и Коллинз, и так далее. Он как бы не, со мной не то чтобы спорил, он не согласился со мной в какой-то степени. Ну, это право любого человека, соответственно. Допустим, вот про язык, положение языка, по атаке. Потому что многие отбивают от кончика языка, от зубов и от нижних зубов. Три вида атаки. Еще от губы, сплевывание, про которое мы говорили. Кстати, я уже повторялся, одной из причин зажатия горла. Это сплевывание, приготовление к атаке через плевок. Тоже закрытое горло. И мы как бы с ним сошлись только в одном. Что я, допустим, говорю, хорошо, вы язык отрываете от нижней части челюсти. Удобнее языку отрываться от верхней или от нижней? Он говорит, ну, не знаю, вот как бы, ну, докажи, как бы, чем твоя атака лучше или как бы она интереснее. Я, в общем-то, очень просто ответил, когда вы находитесь в состоянии спокойствия, если вот вы просто молчите, где у вас язык находится? Соответственно, он прилипает к верхнему небу, правильно, Ваня? Ну, я, кстати, никогда не думал об этом. Но смотрите, мы молчим. Где у нас язык? Он прилипает к верхнему небу. Он принимает форму верхнего неба. Ну, удобнее ему откуда? Ну, логично, я еще раз говорю. Вы можете все проанализировать. Отрываться ему удобнее откуда? От нижних зубов или от верхних, от верхнего неба, от верхних, от верхней части неба? Откуда ему удобно? Ну вот у меня лично, я не знаю, как, может быть, я какой-то особенный, мне неудобно от верхнего неба отрывать. Даже когда в состоянии покоя я нахожусь. Да, сколько людей, столько мнений. Еще вот в дополнение к языку, плюс того, что он отрывается от верхнего неба, маленькое движение, очень быстрое оно получается, короткое маленькое движение. При любом другом движении язык проходит большее расстояние, просто чисто физически да. Это дольше получается. То есть, если мы говорим про быструю, короткую атаку, такую быструю-быструю, когда надо быстро все это сделать, то удобнее, конечно же, языком от верха идти, да. Ну, вы можете сами пролизировать. Языку вверх от нижней удобно, да? Двойной язык тики-тики-тики-тики-тики или вот так вот работать. Как, не знаю, как дятел, что ли, я не знаю, как это назвать еще, да? Ну, не хочу никого обидеть, но просто это мое наблюдение, поэтому я его высказываю. Ну, мне кажется, что удобнее отверг. Многие американцы, многие фермачи, я когда, будучи в каких-то гастрольных поездках, также спрашивал у многих американцев, как они играют. Процентов 95 играет от неба. Но им проще, потому что у них английский язык, и ту российскую, русским, с русской, как бы, так сказать, лингвистически, с точки зрения лингвистического подхода, русский язык, конечно, жестче, и он опускает язык больше кончиком зубам. Ту. Если говорить будете to, ti, соответственно, он поднимается. Американцам, конечно же, европейцам проще в этом плане. Я бы еще вот что сказал бы, вот в чем преимущество той атаки, которую я пропагандирую, как бы, да, мы с Ваней пропагандируем, скорее всего, в том, что конкретика, то есть у атаки есть конкретное начало. Есть такое понятие, что самое главное, это начало звука и тембр, да. Ну, понятно, и бывает, все мы ошибаемся, бывает, что-то у нас не получается, неудачи там в связи с какими-то причинами и так далее. Но эта атака дает качественное исполнение в итоге.
компактное, четкое начало в любом регистре. Да, да, верно. Да, по поводу неудачи. У всех бывают неудачи, поэтому я хотел тоже еще на прошлом уроке затронуть. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь неудач. Они бывают у всех, у самых великих, гениальных трубачей всегда были какие-то... Вы не роботы, никто не робот и не может быть идеален. То есть есть, ну, какие-то ошибки бывают, бывают неудачи, нужно их принимать и идти дальше, то есть делать выводы соответствующие, да, и как-то исправлять эти ошибки, чтобы в дальнейшем их не было. Но бояться ошибок не нужно. Да, согласен, потому что все мы живые люди, у всех нервная система присутствует, у всех, конечно, и волнение, и так далее, и психологическая нагрузка, как бы, да, определенная. Конечно же, над этим надо работать, это непросто, но, еще раз говорю, неудача – это тоже результат, к которому мы должны относиться философски, и это совершенно нормально. Любые звезды, любого фирмы трубача, спросите музыканта, все ошибаются, у всех бывают неудачи, и все считают, что это нормальная вещь, над этим надо работать просто. Дальше также я бы дал упражнение, но не замысловатое, но очень важное – это просто на выдохе, на смыкании губ. То же самое, гаммообразование. То есть ваша задача – сначала продуваем, смыкаем, никуда не торопимся. Можно протянуть подольше. Но задача, чтобы в момент смыкания без атаки у вас не происходило закрытие. Это для тех, у кого изначально закрывается горло, когда он берет инструмент в руки. Видно меня, да? Да, да, видно. И еще момент. Не отрываем эту штуку от губ. На протяжении, на полном... При игре этого упражнения не отрываем штуку от губ. Можно брать носом дыхание. Ваша задача ничего не менять, не отрывать. Сыграли квинту вниз, да? Все оторвали. Такой момент, да, когда вы играете вообще, в принципе, я часто рекомендую, когда что-то вы играете, особенно упражнения губные или гаммы, старайтесь меньше отрывать штук от верхней площадки. Любые движения свне, помощь и так далее способствует там киксам, ошибкам и так далее. Да, хорошее упражнение. Хорошее. Да, оно не такое сложное, но оно очень важное. И правильно исполнять его тоже. Я хотел просто видео местами поменяю, а мое как бы следующее. Да, 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 да. Ну, если хочешь, второй запишем, который был, или как ты просто вырежешь туда, поставишь. Я просто переставлю местами. Да. Так, что еще можно там рассказать про атаку? Ну, в принципе, касаемо горла атаки, все очень просто. Если атаки, то атаки. Просто кончик языка отрывается. Четко. И все будет конкретно и четко. Преимущество атаки от неба. Слог «ту» и «ти». Да. То есть, так вы, когда вы начинаете затыкать, вы уже напрягаетесь, все, любое напряжение, оно не гарантирует вам четкое попадание и комфортное исполнительство. Кстати, открытое горло, эти упражнения и атака – это залог спокойной, уверенной игры. О чем мы говорим, к чему мы ведем, в принципе. Любой дискомфорт и психологические сомнения, когда ты в чем-то не уверен. Если вы это делаете, вы это раз сделали на всю жизнь, и вас это уже не касается. Развивайте потом штриховую культуру, музыкальную свою сферу, да, там, импровизационную и так далее. Но еще раз говорю, я всем студентам также советую, может, Ваня со мной согласится, что все упражнения, которые мы делаем, связанные с выдохом, губным легато и так далее, не мешает музыкальному развитию. Слушайте больше музыки, снимайте, анализируйте, выбирайте себе лучших своих исполнителей, которые вам нравятся, выписывайте соло, играйте в секвенции. То есть нарабатывайте музыкальный багаж. Да, но это уже касается музыки. И касается, да, это пойдет выбора, в дальнейшем. Выбора той музыки, которую вы хотите в дальнейшем исполнять, да, это... То есть,
все, что мы рассказываем, это касаемо технологии трубы, а музыкальная составляющая этого, это уже ваша личная наработка, то, что вам нравится, то, что вы хотите делать, то, чем вы хотите заниматься. Вот как раз по поводу верхней позиции языка, который хи, вот хи, есть такое упражнение, когда вы вторым слогом делаете ти-хи-е. То есть это корень языка, если так образно показать, то есть корень языка поднимается наверх, но не перекрывая проток воздуха, делает и краткую. И краткая должна быть продуваемая, чтобы она ти-хи, как бы с продувом она, даже немножко диафрагмы поджать на и краткую, чтобы она продувалась таким с небольшим усилием, и можно прямо с трубой играть какие-то гаммообразные движения. То есть вы играете тихи, 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 тихи. Позволяет контролировать еще проток дыхания, и тогда легато ваше, которое вы делаете, вот сейчас я все играл на легато, да, тихи-тихи, вторая нота на легато, она будет как будто бы отдельно, но на самом деле она звучит как легато. Вот еще одно упражнение для атаки, которое изначально поможет вам понять движение языка. Вы просто играете гамму, хи-т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 и. То есть одну гамму играете на легато, другую гамму движение языка кверху, там такой бугорок за верхними зубами. Ну, можно в верхние зубы куда-то, но это все наверх вот идет тоже. И, соответственно, вы можете сами отрабатывать жесткость этой атаки. То есть она может быть от мягкой такой джазовой «да» до классической «та» вот этой вот такой жесткой атаки. Да? То есть вот саму жесткость атаки вы можете выбирать в этом упражнении, ту, которую вам нужно отработать. Ну, да, согласен, да. В принципе, за основу всегда мы берем. Я тоже советую, сам играю классическую тематику, это гаммы, и также можете брать классические этюды и так далее. Просто здесь нужно обращать также на качество исполнения, на качество занятий ваших. Еще раз говорю, различий между джазом и классическим трубачем нету никакого в плане игры и аппарата. Есть вкус и плюс исполнительство. Вот. Поэтому гаммы можете брать за основу любые. Здесь нет никаких привязок определенных. Главное – работа языка, позиции языка в верхнем регистре и так далее. То есть как заслоночка работает. Обращайте на это внимание. Что в легато, что в детташе, стаккато и маркато. Да. По поводу упражнений. Ну, я обычно упражнения даю, они очень сложные. В принципе, это Герберт Кларк. Ну, я играть его не буду, все знают наверняка, да? Не такими. Ну, обычные. Советую делать акцент так, с выдохом на первой вдохе. Это не потому, что постоянно так надо играть, а потому, что это удобно делать выдох, и плюс это пульсация времени. Что тоже очень важно в гаммах. Да, да. Да, не забывайте, что, друзья, при выдохе, при атаке и легато также работает наша диафрагма. Ноги
мои уважаемые тоже трубачи некую ошибку делают, они закрываются. Это касаемо уже звуковедения. Об этом мы поговорим с вами на следующем видео мастер-классе. Вот обязательно включим это в тему. Про звуковедение расскажем. То есть все закрытия, атака, легато недопустимо. Больше раскрываться. И красиво эстетически, плюс и тембрально. Легкость, уверенность. Еще раз говорю, гарантия качества исполнения. Да. Так. Поэтому по поводу атаки, берите также классические этюды, включайте метроном, берите гаммы. Всем советую играть под метроном. Сам играю, себя тоже тренирую таким способом. Тоже есть грех иногда, и в ритме вылетаю, к сожалению. Есть такое. Не все мы живые люди. Поэтому упражнение про атаку, легато, играйте под метроном. Скачали, включили или купили, и вам поможет. Да, я вот тоже хотел сказать, что все вот эти упражнения на атаку, которые делаются, обязательно играть с метроном, чтобы с самого начала вы привыкали к пульсации, вот которая идет там. Ставьте в том темпе, в котором вам удобно. Медленно, если вам сложно какие-то гаммы играть, да, я понимаю, что там 2-3 гаммы простые, а дальше начинаются проблемы с аппликатурой. Ставьте в том темпе, в котором вы можете сыграть, пускай это будет медленно, но это будет в темпе, чтобы вы точно понимали, где у вас находится каждая доля. Да, это понятие укладывания музыки во времени, скажем так, пальцев во времени, играть во времени. У джазменов есть такое понятие, играть во времени, Ваня знает. И, кстати, отдать должное американцам, они чуть ли не с детства, не с маленьких лет, обучение на трубе, они ставят метроном. Что в нашей музыкальной сфере, в обучении, а в российской, я уже говорю про советской, это вообще было недопустимо. Хотя я не знаю почему. Метроном формирует человека чувство ритма. Это хорошая вещь. Да, чувство ритма не у всех есть природное, поэтому его надо развивать. Да, да, да. Не пугайтесь, берите метроном, играйте по метроном, ничего зазорного нет, очень полезно. Тем более сейчас в айфонах и в андроидах это все есть, доступе бесплатно. Колоночки, наушнички и пошел. И будет вам счастье в игре на трубе. Счастье. В любом случае, ребята, будет счастье, если вы поставите цель, вы будете идти к этой цели. Вы не будете никого слушать, вы будете анализировать, нас анализировать, других преподавателей, других коучинг, как сейчас называют, и так далее. Ваше право. Все познается в сравнении. Поэтому о том, что я говорю, кто бы что ни говорил, я это сделал. У меня это получается. Я знаю, что это работает. Благодаря моему педагогу, благодаря моему желанию. То есть мы информируем, мы посредники, информацию даем. Остальное дело за вам, за вами. То есть не бойтесь, не слушайте никого, идите к своей цели, и все будет у вас хорошо. Прекрасно.